Я русский военный, младшего звена, и для русских побед меня мать родила. Мне говорил наш министр Шойгу, что НАТО я родам поставить могу. Он говорил, что задача фигня, что Киев возьмем мы легко за 2 дня. Поставим тут всех на колени, но нас разъебали здесь говно. Нас разъебали здесь говно. Лежим повсюду без рук, без ног и удобряем поля весной. Мы, как обычный перегной, просто валяемся, тут завоняемся. Мне дают приказ взять Киев наконец, но ебут нас тут, как кадыровцы овец. А вчера я вообще охуел, например, цыгане украли у нас БТР. Нас сжигают коктейлями молот и стар, и какой-то бандеровец Байрактар. Мы не знаем вообще, как дорогу найти. Указатели пишут нам нахуй идти. И вроде бы все мы герои, но прям по ногам течет говно. Наш вид пашет везде в говно. В Сумах, в Чернигове нас в говно. Вроде зашли в Херсон мы, но люди кричат, что мы говно. И в Мелитополе, и в Мариуполе. А я русский военный высшего звена, у меня 200 000 такого говна. Не мое это дело вести им счет, долбоебов таких нарожает еще. Только лучше бы я от ковида сдох, чтоб команды не слышать, я лучше поглох. Тут везде джевелины и ПВО превращают войска мои в говно. Нас разъебашили всех в говно, в Харькове, в Буче, прям в говно. Были великой мы армией, но знает теперь мир, что мы говно. Знают в Молдавии, знают и в Грузии, и скоро психанут, дружно нас выебут.